Также на аппаратном совещании были озвучены кадровые изменения в правительстве региона. На должность руководителя департамента строительства, транспорта и ЖКХ назначен Евгений Зудин. Вопрос, который сегодня рассматривали на совещании, как раз входит в сферу компетенции нового члена правительства. В области заканчивается большая дорожная кампания. Напомним, в этом сезоне проходит ремонт почти двух десятков крупных участков региональных трасс, строительство сельских дорог, а также ремонт 5 мостов. Кстати, список обновленных инженерных сооружений будет увеличен, пояснил Николай Злобин. Мы готовим нормативно-правовой акт о ремонте еще 4 мостов с началом работы в этом году с оплатой последующие годы. Рассрочка до 3 лет. Это мост в городе Орле, на путепровод на Первой Курской, мост в городе Ливны, Беломестинский мост, путепровод города Мценска и мост в Мценском районе. Завершилось совещание еще одной хорошей новостью, на сей раз для сферы культуры и всего региона в частности. В Орловскую область из Минкультуры на согласование поступил проект приказа о праздновании юбилея Тургенева. Например, такие как... Реализовано пожелание губернатора. Пунктом первым определен город Орел как центр празднования. И предусмотрены средства порядка 400 миллионов, 399 миллионов рублей на осуществление мероприятий. Из них 250 миллионов рублей это непосредственно на мероприятие в Орловской области. Начиная с 2015 года должны осуществляться ремонт, реконструкция музеев, в первую очередь в городе Орле. Основные средства на музей писателя орловцев, музей Тургенева, Бунина. Ну, все получили достаточно значительные средства.